Крем для загара найдется? Найдется кремчик? Принесите, помажьте мне подмышки, а то сейчас, боюсь, сгорят подмышки. О, жарища-то такая, жарушенька, жарушка, хорошо. Июнь, на улице плюс 10, жарко, прям потно, потно очень. Кого? Милок, давай заходи. Бабуль, я позагораю немножко, мне здесь хорошо, в смысле сгорю? Да бабуль, плюс 10, ну у меня нос уже сгорел, вот нос немножко сгорел, красный, если, конечно, видно. Да не, бабуль, отстань, я еще, да, пожалуйста, 15 минут, мне здесь хорошо, здесь у нас шезлонги, здесь у нас, вот это все, хорошо на улице, свежо, плюс 10, жарко, не могу просто, сейчас сгорю, наверное. Ай, как хорошо. Домой, я сказала, а то потом спину мазать сметаной. Да-да, можно и сметаной, можно и уксусом, чем только там не можно, бабуль, да? Слушай, не переживай, ты, конечно, лучше сметану побереги, а то чем я твой борщ, с чем я борщец свой буду кушать, а? Чем? Со сметанкой, конечно, поэтому, бабуль. Хорошо. Бабуль, присоединяйся. Не зайдешь, не дам борщ. С этого надо было начинать, хорошо. Борщ – вещь святая, борщом угрожать нельзя, тем более шантажировать, бабуль. Ля, какой у меня прикид, майка, красные наушники, красные, потом на серии посмотрите, я прям стильный такой молодой человек, стиль это все. Ой, давай, бабуль, наливай борщец. Я заранее тебе хочу сказать огромное спасибо, у меня беда произошла. У меня, как вы видите, я сейчас нахожусь в другой квартире, вот, потому что в моей квартире там задница. Я-то там толком не живу, да работа, понимаешь, бабуль. Работа, круглый год работа, я ж так граблю кого-то каждый день, я дома толком не бываю. Я купил там 10 упаковок доширака примерно месяц назад и 3 упаковки творожка. Все эти дошираки, весь этот творожок уже давным-давно в плесень превратился, вот. Тараканы завелись. И не просто тараканы, а тараканы-переростки. Вот такие, вот по локоть. Не дай бог, бабуль, чтобы они к тебе сюда перебрались. Потому что кони, просто реально как кони. Надо почаще дома убираться. Поэтому у меня там дома санэпидемстанция. Они там травят с всякими кислотами, всякими там радиоактивными средствами. Поэтому я даже в свою квартиру заходить не хочу. А бабуля меня любезно приняла. Вот. Тем более подписчики меня доставали последние несколько серий. Писали в комментах, мол, «Еди станем!» Почему ты не можешь приехать к бабуле? Бабуля тебя точно примет. Она меня приняла, вот, бабуль. Все хорошо, я тогда буду в твоей комнате спать. Ля какой, это дед твой? Земля ему пухом. Вот, ну как бы, я понимаю, да, кровать розовая, но ничего, бабуль, я смогу здесь даже переночевать, моя комната. Ну, была твоя, стала моя, да, бабуль, ну как бы, гость. Гостя нужно почитать, вот, я могу здесь поспать. Я постелю тебе. А, ну если так, то, конечно, давай постели вот где-то вот здесь, какую-то кроватку давай. Ты что, издеваешься? Вот так ты меня любишь? Я думал, я твой внук сводный, ну, приемный, ну, как бы, не по крови. Ну, от разных мам, а мамы от разных бабушек. Мягкая очень. В смысле мягкая? Ты мне постелила на деревянных досках. Ты мне сено насыпала на деревянные доски. Говоришь, что это мягко? Теплая. Конечно, теплая. Ты мне постелила возле сральника. Да, ясно с тобой все. Спасибо, бабуль, спасибо. А я-то тебе лучшего мнения был. Ага, хорошо, я буду здесь спать. Нюхать твои пердежи из туалета. Кстати, по поводу пердежей. Бабуль, я в прошлой серии у Аида старотыбзил... Опа! Вот этот, я не знаю, это или увлажнитель воздуха, или освежитель воздуха. Ну, короче, от пердежей спасает, а тем более летом. Летом на улице жара, плюс 10, вот жаркое лето, жар, у кого сколько градусов? У меня в Новосибе тогда было плюс 10. Пердеть можно просто, вот видишь, оно что-то там увлажняет, запахи всякие убирает. Бабуль, пятихатка, 500 рублей, дай. Увлажняет, пердеть можно, гороховый суп можно целыми днями. Нет, милок, нет, не нужен вот этот увлажнитель, освежитель воздуха. Еще не дали пенсию. А, ну раз еще не дали, значит потом, когда дадут, тогда мы потом с тобой, бабуль, и купим этот. Продадим тебе этот освежитель воздуха. Ага. Ладно, бабуль, ты давай здесь готов. Пампушки, голубцы, борщицы, я пошел. У меня, как обычно, много работы, пойду кого-то там грабану, хотя бы пару рубасиков сегодня заработаю и вернусь. Давай, бабуль, удачи тебе. Давай. Что такое? Что надо? В магаз зайти? Ну давай, пиши мне список, что мне купить по дороге домой. Епона мать.
Чё такое? Мария Богородица. Бабуль, ты можешь человеческим языком сказать, что такое? Ты чё ругаешься? Несите гроб. Какой гроб? Рано тебе помирать, бабуль, рано помирать. Какое завещание сначала напиши, потом... Несите гроб с бархатом. Бабуль, человеческим языком объясни, что такое? Ты чё завелась-то так? Какой гроб, какой бархат? Ёб твою мать... Бабуль! Ну нельзя такое говорить, у меня как бы детская аудитория. Сейчас в комментах опять начнут говорить то, что Эдисон, ты чё материшься? А это не я матерюсь, это бабулька матерится. Раньше к мужу пойду. Какому мужу, бабуль, ты чё на тот свет, дорогой, жди? Ты чё на тот свет собралась? Успокойся! Угомонись, я сказал! Сядь на кресло быстро! На кресло сядь! Ты чё психуешь? Чё психуешь? Валерьяночки принести! Чайчик тебе подлить! Успокойся! Ты можешь нормально сказать... Сейчас, водичка есть? Водичка есть? Где водичка? Вот, а, у меня же есть водичка. Ладно, ещё одну водичку. Выпей, бабуль, выпей! Выпей водичку! Ты чё психуешь-то? Выпей, я сказал! Молодец. Чё такое? Кольца нет. Какого кольца нет? Ты чё завелась-то так? Кольца какого-то нет. От мужа. Кольца от мужа нет? Подожди, это то кольцо, которое мы ходили тогда показывать коллекционеру? Скажи еще раз на ушко, нет его. Кольцо, которое стоит 300 тысяч, его нет? Твою мать, баб, ты че нахрен такая растяпа? Как можно было кольцо за 300 тысяч? Ты это... Где можно было прослать кольцо за три... Как у тебя могли... Баб, ты понимаешь, ты живешь в одной квартире с вором. Как у тебя могли украсть кольцо? Разве что я мог украсть кольцо, но у меня нет кольца. Я тебя уважаю, почитаю, я своей бабульке не буду кольцо воровать. Ну, не учитывая пенсию, которую я в начале сезона украл. А пенсия там была 3000. Но 3000 не 300 тысяч. Бабке только не говорите, пожалуйста, если она узнает, мне кирдык, мне гроб будут заказывать. Бабуль, подожди, давай вспомним, где мы были с тобой, где ты могла просрать кольцо. Аид. Мы же в предыдущей серии к Аиду в гости пришли. Я там у него и староты взял вот этот освежитель пердежа. Мы у него были в предыдущей серии, к Аиду в гости ходили. А ты в джакузи, помнишь, залезла? В джакузи ты его и просрала, походу. Думаешь, он украл? Да на кой черт Аиду кольцо за 300 тысяч? Да нет, ты, он, оно где-то там валяется, Аид его даже не замечает. Ты видела, какая у него халупа? 300 тысяч, это ему просто один раз там дошек заказать. Камион просто, фургон целый дошиков на 300 тысяч. Нет, мне кажется, ты его просто там где-то просрала, и оно там валяется. Нам нужно как-то туда вернуться и забрать это кольцо. Надо срочно его забрать. Бабуль, ты растяпа, вот честно, вот я не знаю. Разве что мне подписчики сейчас могут помочь. Сейчас, подожди, бабуль, я у подписчиков попрошу помощи. Посмотрите на эту милую женщину. Она фигачит лучшие борщи на этой планете. Вот попробовала бы ты, вот слюнки бы текли даже не переставая. Помоги нам, пожалуйста. Прямо сейчас надо мной подсказочка, перейди обязательно на этот ролик под предыдущую серию грабителя и проследи на протяжении всего ролика, не роняла ли бабулька со своего кармана кольцо. У тебя карманы, походу, дырявые в твоих вот этих трениках, бабуль! Как можно кольцо за 300 кусков просрать? Посмотри, пожалуйста, потом вернись сюда. Ладно, нам нужно тогда топать к Аиду, пошли. Внук же. Чё внук? Умный у меня. Ну это да, да. Он на Мстители, да, работает, придумает там всякие шняги летающие. Пошли на крышу. Ой, бабуль, знаете, как бы вы еще до конца свою историю не рассказали с крышей, а мне уже как-то сыкотно на душе стало прям. Только обещайте то, что там не будет каких-то марсианских приблуд летающих. Хорошо, бабуль? Да-да, ага, хорошо. Пообещайте, еще раз пообещайте, бабуль, что там не будет никаких унитазов ракетных, космических. Ага, да-да, ага, хорошо. Угу. На крышу. Ну, крыша закрыта, запечатана. У вас ключи есть? Есть ключи? А, бабуль, я же у вас вор. Ну, в смысле, не вор, а профессиональный монтировщик. У меня же отмычка есть. И гаечный ключ. Ломай давай, сейчас ломай. Бабуль, на шухере, постойте! Ты ядрёт, как ты собака, подожди. А! Сломал. И отмычку сломал. Давай, пошли.
Ну а нет, до свидания. Я в эту демоническую хрень садиться не буду. Да куда быстро? Летающая ванна. Все подписчики охренели в предыдущей серии, когда увидели то, что ты на ванне вылетела. Все будет хорошо. Бабуль, я в нее не сяду. Я не сяду. Да я лучше вором перестану быть. Да я лучше бомжевать на улице буду, чем... Не, идите в задницу со своим кольцом за 300 тысяч. Безопасно садись давай. Да где безопасно? Господи помилуй. Ща, бабуль, подожди, я сначала вот это завещание напишу, все, что у меня есть. Лом, бабуль, лом, я завещаю тебе. Лом тебе. Дальше, все бабки, которые у меня здесь есть, 5 с чем-то тысяч, это все я Кате завещаю. Дальше, бутылка воды в гроб со мной положите. Освежитель пердежа, пуков. Бабуль, мне кажется, это вам пригодится, у вас там метеоризм, страдаете очень больно сильно. Все будет хорошо, да я очень сильно сомневаюсь, что бабуль все будет хорошо. Ладно, если я не выживу, знайте. А лучше не знайте. Ладно, давай запускай шайтан машину, я за тобой. Бабуль! Да куда? Ладно. Не летай он на ванне, не мужик. Етрит мой корень! Как это фигня-то управлять, что за демонические машины производит ваш внук, сын? Бабуль, лови меня! Лови! Главное, чтобы сейчас никто не заметил то, что на пешеходном переходе ванна валяется. Бабуль! Ну то, что быстро, то быстро. Я даже не спорю, то, что долетели по щелчку пальца. Давай по... Прячься! В душу, прячься! Петь, значит, в душе любишь, да, Идушка? А... Сейчас, подожди, он домоется, и мы пойдем. Бабуль, ты, наверное, или в этой джакузи просрала вот это кольцо свое, да? Или, возможно, там... Да поет он там, еще поет он там. Или в этой, в нижней джакузи, которая на первом этаже. У них тут джакузи просто, я не знаю. Всю же посливку до чистоты вымыть можно просто в этих джакузи. Надо, сейчас найдем. Сейчас он свалит отсюда с этой джакузи, мы сразу же туда пойдем. Прячься за кустами, прячься! Потопал. Пошли, бабуля, давай, быстро, за мной! Давай, труханы, наверное, здесь свои грязные раскидал. Есть кольцо! Ищи кольцо, ищи где-то в душе, ищи кольцо. Здесь, я на шухере постою, ты ищи кольцо давай. Он пока стоит. Он идет сюда, бабуль, иди сюда, прячься, бабуля. Сейчас я затем... Хорошо то, что я за телевизор успел заныкаться. Нашла кольцо! Ищи кольцо, у меня тут пока что другие дела есть. Так, еще один освежитель пердежа я возьму на всякий случай. Еще там рублей 300. Его пока нет, он там снизу стоит. Так, магнитофон возьму. Возьму камеру. Подожди, бабуль, подожди. А где он? Где? Баб, ты... Он зашел в свой сейф вот этот. Он в сейф зашел. Сейчас, подожди. Дайте. Пошли. Может, он двери не закрыл. Иди сюда. А ну, бабуль, подтолкни. Нифига. Ладно, пошли на второй этаж. Пошли. Давай. Мне интересно, что там внутри, зачем он туда вообще пошел. Ага. Он вышел. Бабуль. Он без короны вышел. Иди сюда. Он без короны вышел. Ты понимаешь, что у него здесь в этом сейфе, в этом хранилище вся его жизнь, наверное. Он без короны вышел, ты понимаешь? Он зашел внутрь, вышел без своей короны, ты понимаешь? Аид без короны — это не Аид. Это подмен какой-то, это... У него... Подтолкни!
Нет, надо у него вот эту ключ-карту с Аратыбзи. Где он? Куда он пошел? Кто-то от двери позвонил. Еще раз кто-то от двери позвонил. Сейчас, стой тут. Кто там? У него интересно. Пацан! Иди сюда! Ты мастер! Пересы, ты бабуль, нам отсюда надо сваливать. Ищи кольцо. Иди, да давай, иди, пока они там сюсюкаются, мумукаются вот эти. Нашла? Тут кольцо. Бабуль! Нашла? Иди сюда быстро. Ну и все, бабуль, и гроб не надо заказывать, и похороны устраивать не нужно. Нашла кольцо. Еще раз просрешь кольцо деда. Я с дедом свяжусь туда, в потусторонний мир, и скажу то, что у него бабулька Дуримонда Петровна, кольцо за 300 тысяч просрать, ты с ума сошла? Как можно? Бабуль, надо сваливать отсюда. Стекло ломать опасно, потому что они услышат, и Аид опять за нами гнаться будет, прям на край света. Они еще сюда придут. Какое джакузи? Вы с ума сошли? Вы вдвоем джакузи пойдете? Попарим друг друга. Бабуль, обернись на всякий случай. Они сейчас друг друга парить будут. Я, возможно, что-то не так понял, как они там парить друг друга будут. Но мне что-то не нравится это. Отойди, бабуль. Жизни видел, и Демастера тоже, они зашибись, пацаны, я их на самом деле уважаю. Я считаю их, они реально крутые просто. Я не знаю, тут друзья, они просто лучшие друзья. Бабуль, да не надо такие корить, да, все майнкрафтеры нормальные. Вот все майнкрафтеры хорошие. Вот ни дебилы, ни придурки. Ты охренела, ты сейчас, да не гей, бабуль. Бабуль, надо сваливать как можно скорее. Бабуль, есть план? План есть? Зуб даю, идеи, спинку труд. Ладно, ты там давай, подглядывай за ними через ширму. Я пока отвернусь, скажешь, когда там все эти дела закончатся, их майнкрафтовские. Я как бы тоже майнкрафтер, ну, в прошлом, но я таким не страдал. Хотя, знаешь, было время, когда я троллинг записывал, и меня там тоже геем считали. Шиперили меня там... Но я не был, я не. Хотя в какой-то части ты права. Да не был я геем, да ты с ума сошел, у меня баба есть в данный момент, Катюха! Уху, они свалили. Пошли, давай быстро! Давай, закрывай дверь с собой, ты кольцо, главное, не просри в очередной раз. Ладно, бабуль. Пускай они там разбираются. Пошли, ты день! Бабуль, я еще пылесос старый ты взял. Пошли, давай, быстро! Чёрт, эту ванну, давай сваливаем отсюда! Господи. Я не знаю, ну, друзья, наверное, просто лучшие. Да как без разницы, бабуль, сейчас я водички попью, а то чё-то я вспотел 350 раз пока. В задницу! Бабуль, еще раз прострешь кольцо, вот тогда я действительно тебе и гроб закажу, и похороны тебе организую, и завещание за тебя напишу на себя, и все в этой жизни будет хорошо. Только попробуй еще раз кольцо просрать, чтобы я вернулся к ним туда домой, и в джакузи с ними тусовался. Тьфу. Ну смотри, не потеряешь она. Первый раз ты тоже говорила, что не потеряешь, но в итоге потеряла кольцо за 300 тысяч. Ладно, бабуль, приключений на нашу с тобой старперческую задницу хватает на эту серию. Давай садись, с ума сойти. Двойной освежитель пуков. В два раза чище, в два раза приятней, в два раза лучше запах. Даже если Кинг-Конг пернет, никто не услышит. Освежитель пердежа.
Новинка номер один. Советую в каждой квартире. Покупайте со скидкой по промокоду Эдуардо Пипис. Придумай мне промокод, я что-то какой-то плохой придумал. Бабуль, а что на ужин сегодня приготовишь? Плов? А я голубцы хочу. Будут голубцы? Сам ты голубец. Рот закрой. Не будь голубцом, влепи лайкукос. Набираем 26 911 четвертинкой половинкой 2 умножить на 8 лайков. И обещаю то, что сразу же в ту же секунду выйдет новая серия грабителя. А она может выйти хоть завтра, поэтому все зависит только от тебя. Кто не подпишется, тот будет голубцом. Кто не подпишется, тот будет голубцом. И потом друг другу будет спинки парить и тереть в джакузьке. А? А? Ха! Мы с бабулей тебе говорим огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Ну вот, я предупреждал то, что освежитель пердежа все же пригодится.